Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко скоро станут родителями во второй раз. Об этом сообщили сами влюбленные, опубликовав кадры с фотосессии, на которой виден большой живот Анастасии. Цитата: «Любовь творит чудеса», подписала она фотографии. Судя по заметно округлившимся формам стройной красавицы, она находится в середине беременности. И у малышки Миланы скоро появится братик или сестричка. Дату, когда малыш должен родиться, Дмитрий и Анастасия не назвали. Напомним, первый общий ребенок пары, дочь Милана, родилась в августе 2018 года. О том, что Анастасия может находиться в положении, поклонники Читы Тарасовых начали подозревать, когда Дмитрий и Анастасия улетели в отпуск в Италию. Сами они на слухи не реагировали. Брак с Анастасией стал для футболиста третьим. От первой жены у Дмитрия есть 10-летняя дочь Ангелина. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!